и Рафик Халиш. Не скажу, что непревзойденные мастера, но бороться с ними непросто. Азар. Здорово обрабатывает мяч. Красиво. Это Азар. Не решился взять игру на себя. Сделал передачу назад на Кевина Де Брюйне. Со скоком от соперника мяч до того добрался. Филайни! 1-1! Мруан Филайни! Показывает, что он готов еще радовать поклонников, а также своих двойников, живущих в наших отелях. Прекрасная верховая передача. Только что я сказал, что защитники центральные у алжирцев хороши в игре на втором этаже, но Филайни, как выясняется, значительно лучше. И передача от Кевина Де Брюйне была исключительной по исполнению. Вышел из офсайда Филайни. Не было, конечно, никакого тут положения вне игры. Это 100%. И оттер собственного опекуна от мяча для того, чтобы поразить ворота Раиса Мбали. Затылком. Классно. Что тут скажешь? Здорово. 1-1. Ну что ж, дальше будет повеселее, надеюсь. 71-я минута матча. Андрей поправляет прическу. Не Криштиану, конечно. Но все же. Ах, как здорово сыграл Мруан Филайни. Халиш там его не удержал. И вот реакция эмоционального Марка Вильмотса. Рванул он на поле, и судьи ему позволили пробежать.